Московское областное государственное автономное учреждение культуры, историко-культурный музейный комплекс «Усадьба Осеевых». Понедельник выходной, а так с 10 до 18, четверг с 13 до 21, пятница, суббота, воскресенье, все. Если я потом вот вам там скажу, если я захочу, потом есть. Пойдем. А там лягушек есть или там? Двести лет дуба. Впрочем, об Украине. Известны очень давно, еще с эпохи античности. Но если геометрический орнамент меандр мы сейчас встречаем часто, довольно обычные украшения в разных вариантах, то орнамент в виде бычьих черепов или еще более редкий вариант козлиные черепа, редкость даже для начала 20-го столетия. Каминная, где мы сейчас с вами находимся, в отличие от гардеробной комнаты, преимущественно с воссозданной обстановкой. Предмет, который мы здесь видим, сами присоединили этот замечательный буфет в стилистике Ренессанса. Мебель середины 19-го, концепциальная система водяного отопления изменилась не слишком. Васильевича Осеева. Это одно из немногих помещений, где максимально, насколько это вообще было возможно, сохранилась первоначальная обстановка. Во многом благодаря тому, что даже в отсутствие хозяина находились здесь только первые лица учреждения и исключительно начальники. А если говорить о других предметах, хранящих память о владельцах дома, это письменный стол, очень основательный, массивный, принадлежавший когда-то семье Осеевых. И некоторые вещи на столе. Это папка для бумаг Михаила Васильевича Осеева. Это сейчас книга, принадлежавшая семье, краткий курс суконного производства с дарственной надписью автора владельцам дома. Вообще в особняке книг было много, но все, чем Осеева располагали, попадали было можно. Остались также два шкафа для посуды, шкафы горки с изящным металлизированным орнаментом и живописное панно. Автором этой работы, предположительно, был друг семьи, художник Николай Михайлович Шевченко. И, может быть, он не просто здесь. Правда, здесь сейчас от первоначальной обстановки осталось немного. Большая часть предметов нынешней гостиной, хотя и соответствует ей с точки зрения времени, но не имеет отношения к самим владельцам. Хозяин дома, а заодно и развлечь своих гостей. Во времена Осеевых это было бильярдное. Но, к сожалению, помещение не очень повезло. Использовалось оно всегда активно и с того же проблемой. И чудом сохранилась вытянутая, удивительная конструкция, авторская работа архитектора дома и квартирушек. Ну а предметы нынешние бильярдные, элементы послушные дома в городе, среди упадочных квартир, нередко бывали самые влиятельные горожане, в том числе губернаторы. Как вспоминал один из местных губернаторов Николай Павлович Муратов, как он честно с вами находится.